Экзамен по русскому языку длился около часа. За это время никого из участников не удалили из аудитории. Мобильные телефоны они сдали, шпаргалками и электронными устройствами не пользовались. В показательной акции помимо родителей и учителей участвовали министр образования Московской области Марина Захарова, депутат Мособлдумы Лариса Лазутина, а также чемпионка мира и Европы по фехтованию Екатерина Юшева. По завершению ЕГЭ они поделились своими впечатлениями и ответили на вопросы журналистов. Сегодня, когда мы пришли на экзамен, все равно волнение ощущалось, потому что очень интересно, а что достанется, а что в конверте, а какое задание? Ты с этим заданием справишься быстро или придется подумать? Благодаря акции родители смогли лично узнать о всех нюансах единого государственного экзамена. По словам организаторов, такой опыт очень важен. Он позволит мамам и папам правильно сориентировать, настроить и поддержать своего ребенка. Родители должны любить своих детей такими, какие они есть, потому что дети любят своих родителей просто за то, что они у нас есть. И нам всем не хватает вот этого умения любить так, как любят наши дети. Поэтому мы хотели сегодня, чтобы и родители в первую очередь, и педагоги, и наши представители власти законодательной, исполнительной и общественной, и также средства массовой информации увидели, что такое единый государственный экзамен в Московской области. Почти все участники, сдававшие ЕГЭ, преодолели минимальный порог баллов. 28 участников преодолели минимальный порог. Я вас поздравляю. К сожалению, один участник сегодняшнего мероприятия не перенес свои результаты в бланке. Так как результаты личные, их не будут объявлять публично. Участники получат оценки по электронной почте. Всего экзамен состоял из 15 заданий вместо 25, которые ждут тех, кто будет сдавать реальный ЕГЭ. Анна Пряхина, Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».